Сижу как сектант, смотрю на логотип и жду открытия магазина, осознавая, что на этот раз Apple предоставила огромный выбор смартфонов на любой вкус и цвет. А вот проблема в том, что все эти годы купертиносцы продвигали следующую политику. Одно устройство, два цвета и три варианта памяти. Так что выбрать-то? Давайте разбираться. Совершая покупки через интернет, обязательно пользуйтесь кэшбэком. Благодаря надежному и проверенному сервису Мегабонус вы сможете возвращать до 40% от стоимости покупки. Работает он более чем в 300 магазинах. Разумеется, присутствует удобное расширение для браузера, которое позволяет даже отслеживать посылки. Устанавливается оно в один клик. Вывести деньги можно любым удобным способом. В качестве вознаграждения Мегабонус дарит до 50% от кэшбэка приглашенных друзей. При этом у друзей кэшбэк не уменьшается. Нужную ссылку я оставил в описании. Сначала поговорим об апгрейде с предыдущих моделей iPhone, а уже затем разберемся с актуальными предложениями. Начнем с самых обиженных – покупателей прошлогодних iPhone 8, 8 Plus и iPhone 10. Не понимаю вашего негодования, особенно владельцев десятки, которые сняли с продаж, чтобы она не конкурировала с новинками в лице 10R и 10S. Вы имеете предтоповое устройство с характеристиками, потенциал которых едва ли могут раскрыть игры, которые можно пересчитать по пальцам одной ладони. Все остальное, вроде камеры, быстродействия и функциональности, на высоте. Расставаться с этой тройкой устройств бессмысленно, а люди, которые могут себе это позволить, попросту не будут смотреть это видео. Переходим к владельцам iPhone 7 и 7 Plus. Это более чем полноценное устройство, которое тянут абсолютно все, что можно повстречать на просторах App Store и будут свободно актуальны еще несколько лет. Если у вас есть средства, которыми вы можете распорядиться более целесообразно, то апгрейдиться с этих устройств однозначно не стоит. iPhone 6 и 6s еще держатся бодрячком, но вот в топовых играх уже не блещут. Это пограничные устройства, владельцы которых уже должны начать собирать средства на новый девайс и обновляться по мере ощущения, что быстродействие уже не то. Камера слабовата и игрулинки не дарят уже такого удовольствия, как раньше. iPhone 5s? Извини, старичок, но это последний год, когда тебя можно вообще считать юзабельным смартфоном. Это говорит человек, который месяц назад ходил с iPhone 4s. Больше отжать, чем Apple это сделал при помощи iOS 12, уже не получится. Пора отправлять старичков в другие руки, ну или на покой. А теперь переходим к актуальным предложениям. Покупать смартфон необходимо по своему бюджету. Брать за последние деньги или, что еще хуже, кредит совершенно нецелесообразно. А вот представьте, что не дай бог случится неладно. Или, допустим, вы разобьете дисплей. Замена в оригинальном сервисе стоит огромных денег, да за эти бабки можно купить Покафон, например. Исключениями могут быть какие-нибудь специфические случаи, например, если ваш iPhone является неотъемлемой частью вашей работы. iPhone 7 невероятно удачный смартфон, он по сути занял нишу iPhone SE, который уже снят с производства. Это очень крутая покупка в нижнем ценовом сегменте, особенно если вам удастся достать официально восстановленный iPhone 7 или 7 Plus из США. В таком случае ценник получится невероятно вкусным. Как я уже говорил, модель будет актуальна еще несколько лет. Дальше iPhone 8, 8 Plus и 10. Десятка самая привлекательная из этой тройки. Переход на смартфон с отсутствующей кнопкой домой будет самый впечатляющий. Если вам удастся достать iPhone 10 по приемлемой цене, ну, то есть по вашему карману, то это будет очень крутая покупка. Но 8 и 8 Plus тоже хороши, особенно если учесть тот факт, что они незначительно производительнее из-за меньшего разрешения дисплея. И если с iPhone 10s и 10s Max все предельно понятно, это бескомпромиссное решение за овер до хрена денег, то многие потенциальные покупатели iPhone 10R смотрят на это устройство довольно скептически. А вот я лично совершенно не сомневаюсь, и на это есть определенные причины. Модель стоит на $250 дешевле, чем 10s. Так на чем же Apple сэкономила? Конечно же, дисплей. Вместо OLED, который выдает истинно черный цвет, стоит доработанный LCD. Да и крутую фичу, при которой по тапу загорается выключенный дисплей, добавили. А по цветопередаче все супер. И пожалуйста, не нужно рассказывать про плотность пикселей. Все, что выше 300 ppi на вытянутой руке, выглядит абсолютно одинаково. Удалили 3D Touch.
Он, признаться, не нужен, а большинство фич, вроде кнопочек в пункте управления или управления курсором через клавиатуру, уже реализованы на софтверном уровне. И я не удивлюсь, если Apple в будущих флагманах вообще откажется от этой идеи. Алюминиевая рамка. Так это даже плюс. Хирургическая сталь быстро царапается, что нельзя сказать про проверенный алюминий 7000 серии. Двойная камера. Беспокоиться не стоит, потому что единственным глобальным отличием будет отсутствие двукратного оптического зума. Да что тут говорить, 10R даже стереозвук при помощи 4 микрофонов записывает. Да, 10R толще, у него нет поддержки HDR, но это все какие-то косметические мелочи. Самым главным недостатком этой трубки, по моему личному мнению, является неэстетическое удобство в виде более толстых рамок, чем у классической десятки или модели с приставкой S. Зато в 10R есть 6,1-дюймовый дисплей и увеличенное время автономной работы. По заверению Apple, смартфон сможет проработать на 1.5 часа дольше, чем iPhone 8 Plus. А у этой трубки очень неплохое время автономной работы. Ну и самое главное, теоретически 10R будет самым производительным iPhone за всю историю Apple. И он должен обойти в тестах 10S и 10S Plus. Все потому, что железо стоит идентично, но разрешение у 10R меньше. Так что если у вас есть средства на iPhone 10R, то я думаю, нужно брать, не задумываясь. Я сам лично проголосую рублем и куплю эту новинку для того, чтобы сделать для вас обзор. Это тот самый случай, когда нет особо смысла переплачивать за iPhone 10S и 10S Max, особенно когда у вас нет на это лишних средств. На этом все. Буду надеяться, что вам этот видеоролик понравился и, что самое главное, он был для вас полезен. И вы более-менее определились с достаточно широким выбором среди яблочной техники. До скорых встреч и увидимся в следующем видео. Пока-пока.